С 1 по 5 марта 2021 года в Омской области пройдет патриотический марш-бросок, посвященный 76-летию Великой Победы и 79-й годовщине формирования 30-й отдельной стрелковой бригады. Военнослужащие Омского гарнизона стартуют от Вечного огня в Парке Победы и пройдут на лыжах по заснеженным полям районов Омской области. Завершится марш-бросок 5 марта в Калачинске. В рамках акции состоятся концерты для местных жителей и уроки мужества для школьников.